наш арсенальчик небольшой. Опа. Сейчас мы блесну уберем и поставим. Ну, я думаю, давайте начнем с рабочего багета. Вот если вы внимательно присмотритесь, он весь уже у меня исцарапанный. У него даже выдрали глаза. Его очень любят судаки нашего водоема. Это размер 70-ка. Маднес. Не подумайте, что это реклама, просто это одна из ловчих приманок нашего водоема. Весит он 17 грамм. Крючки здесь остаются родными. Я ничего не делал, никаких поводков. Чисто карабин и вертлюжок. Все, пойдемте, друзья. Глубина здесь достаточно приличная. Порядка 15 метров. Слушай, Андрей, вот пока ты леску сейчас как раз заводишь, ты в основном используешь какую? Плетенку, монка? То есть вообще есть какие-то приоритеты для тебя? В основном я ловлю на флюорокарбон. Это нечто между простой леской и плетенкой. Не скажу, что что-то лучше, что-то хуже. Просто плетенка, случалось так, что несколько раз, когда маленько расслабляешься в бесклеве особо, да, особенно, при сильных рывках удочку просто вышибает из рук. Ну, не совсем это приятно. Да, это удар, именно за этим и ходят же такими поклевками. Ну, не совсем как бы приятно. И однажды у меня чуть удочка не влетела в лунку. Вот. После этого я перешел на леску, но она все-таки побольше тянется. А флюр получается таким образом, что он что-то между леской и плетенкой. Вот. И, соответственно, поклевки чувствуются. Вот, на любых глубинах. Вот. И когда вытаскиваешь, ну, как бы ни руки не режет. И нет таких резких рывков, которые прям вот вышибают из рук. Но поклевки все чувствуются в руку по-любому. Андрей, еще следующий вопрос. Вот по технике проводки и ловли, какие тут ключевые моменты? Как ты сам говоришь? Ну, начнем с того, что я все-таки уже много лет, 16, если быть точным, ловлю на свою удочку. Вот, да, она деревянная. Это не потому, что у меня, скажем, нет возможности какую-то удочку, да, у меня их десятки, наверное, в качестве образцов лежат. Но просто я к ней привык. Вес этой удочки 38 грамм, а это немаловажно, при больших глубинах особенно. Потому что бывают поклевки такие, ну, как бы не особо вялые, ой, не особо резкие такие, да, и на нее я всегда чувствую, когда рыба рядом. Вот. Касаемо техники, давайте начнем с того, что вот мы находим дно. Вот у нас дно. Вот. Как правило, я всегда ловлю вот таким образом. Примеряюсь именно к тому, чтобы я ловлю стоя. Вот. И чтобы приманка у меня поднималась сантиметров 30-40 от дна. Вот. Если это нужно выше, скорее всего, он сам даже, я имею в виду рыба, судак, бёрш, там, да, он сам покажет, что нужно выше. Он начинает подкидывать приманку. Вот. Если же я, скажем так, угадал с высотой от дна, да, то, разумеется, поклевки происходят достаточно такие рьяные. Но при ловле на течение нужно учитывать то, что приманку бывает периодически стягивает. Это либо парусность лески помогает, да, немножко ее все-таки стаскивает. И после 3-4, скажем, покачиваний, подкидов, да, как это можно назвать, мы обязательно проверяем. Вот у нас уже, видите, ушло. Мы добавляем еще один оборот. Оборот на удочке это 40 сантиметров. Вот, у меня даже, по-моему, побольше немножко ушло. Добавили немножко. Вот. Можно еще сделать таким образом, чтобы подманить маленькую рыбу, чтобы она обратила на вашу приманку внимание. Багет, ратлин, да, балансир, это в принципе практически одно и то же, только с немного, ну, немного разная игра у них. Можно сделать 3-4 таких подкида, достаточно резких и настойчивых таких, ну, упертых, для того, чтобы завести хвост у этой приманки. И, скажем, рыба в районе там 8-10 метров, она обязательно обратит на него внимание. Вот. После 3-4 таких рывков нужно
покачивать для того, чтобы он вернулся в исходное положение. И как раз именно в момент этой паузы, в момент угасания, скажем так, колебаний, и происходят поклевки. Вот. Но вообще на нашем водоеме, как вот уже из практики, наверное, да, судак не любит резких движений. Скажем, вот на Саратовском водоеме там достаточно наоборот, ему нужно резкие движения. У нас маленько по-другому, то ли он немного вялый какой-то судак, не знаю. Может быть, образ жизни такой, но он не любит резких движений. И вот после таких покачиваний обязательно там 3-4-5 секунд делаешь паузу. Для того, чтобы дать ему возможность прицелиться и атаковать. А что скажешь по цветовой гамме? Какие, ну, может быть, самые рабочие у тебя отлично? Ну, касаемо цветов приманок, да, опять-таки, на нашем водоеме, да, начну с этого. Mm-hmm. У нас больше работает кислота. Если это, скажем, в багетах, балансирах, в ратлинах и приманок такого типа. Либо, если это блесна, то, скорее всего, сталь с присутствием фосфора. Вот, фосфор именно не на тройнике, а именно на самой блесне. Я не знаю, с чем это связано, но вот любит он у нас фосфор. Вот, тройничок можно тоже с фосфорной или там красненькой, зелененькой капелькой, создавая лишнюю точку атаки, да, он все равно как бы видит это все с близкого расстояния. Я, наверное, уже неоднократно это говорил, да, может быть, не сегодня, а в других передачах, о том, что судак и щука видят все равно с расстояния 30-40 сантиметров. У нас вода, скажем, ну, прозрачность воды не позволяет видеть больше. Слышит боковой линии? Да, обязательно слышит. Но видит все-таки он достаточно близко, ему нужно подойти для того, чтобы оценить размер приманки и все-таки произвести атаку. Соответственно, вот эта кислота, это лимонный такой цвет, да, апельсиновый, ярко-оранжевый, как называют. Вот. Зелено-желтый, попугайчики такие вот делают приманки. Они на нашем водоеме показывают очень хороший результат. Вот. Блесна преимущественно в виде пилькеров, либо слабо колеблющихся таких вот, да, как, может быть, шведский прыщ. Там на милях работает очень хорошо Вильямс, Литл Клео, блесна. Вот, в принципе, как бы, ну да, много вопросов задают именно по игре багета. Кто-то, скажем, вот всем все купили, я не купил. Вот у соседа есть, у меня нет. А вы определитесь сначала, сможете ли вы подобрать икру под эту приманку. Потому что немногие сразу понимают игру этого чуда. Вот. Я вот, например, на свою удочку в момент подтягивания я слышу, как играет хвост. Вот. Соответственно, удочка должна быть таким образом сделана, чтобы вы тоже это слышали. Если этого рык, как называется, нету, бывает, он перехлестывается. Нужно вытащить, поправить и опустить снова. Это бывает крайне редко. Вообще приманка очень уловистая. Еще расскажи, пожалуйста, по размеру. Какие размеры наиболее, опять же, рабочие здесь? Вот. Какие лично ты, допустим, используешь? И большое ли это имеет значение, размер именно вот, приманки? Если брать размерный ряд приманок, да, весовую категорию, то, наверное, для нашей акватории больше подходит блесна от 10 грамм, ну, наверное, грамм до 17, потому что течение у нас достаточно, скажем, не сильное, среднее, будем говорить так, и с этими блеснами всегда можно остаться с уловом. Вот. Так как, ну, если сильное течение, то мы можем подойти к кромке, где поближе течение, да, при ловле на русле. Соответственно, рыба тоже не будет стоять на самой струе, ей тоже не хочется силу тратить. Вот. Что касаемо багетов, ратлинов, наверное, все-таки до 80-ки, до 83-го размера, да, это 80, почти 8,5 сантиметров, это будет, наверное, самый оптимальный. Но меньше 70-ки я уже ставить не рекомендую. Вот. 70-80 миллиметров размер, скажем, контролируемый и бершом, и судаком. При определенных таких между собойчиках пробовали мы такие вещи, одинаковая расцветка, даже на бершах 80-й, скажем, багет по уловистости опережает 70-й. Это, видимо, все-таки как раз связано с амплитудой движения, с размером. Все-таки, когда рыба активная и достаточно голодная, да, когда она выходит на атаку, все-таки размер, наверное, чем больше, тем лучше.
но все равно есть свой предел. Поэтому вот 70-80 миллиметров размер — это самый то, что нужно. По весовой, еще раз подскажу, да, от 10 до 17 грамм. Бывают случаи за 20, но это очень редко. Андрей, давай еще один вопрос. Фирмы. Не будем считать, что это реклама, это просто вот действительно интересно, какими приманками ты пользуешься, именно какой фирмы. Ну, наверное, это не будет выглядеть рекламой, да, но, в принципе, разговор идет лично о моих предпочтениях. Я уже, скажем, 4-й год, вот, по-моему, да, как они появились. Почему-то мне очень понравились Madness и Sheraton, скажем так, это в Ратлинах, да, и Багет, также от Madness. Приманки достаточно уловистые. Вот ребята, по-моему, ребят была поклевка. Леску скинь с пальца. Нет, холостая поклевка была. Вот. Но во всяком случае, как мы видим, тоже ребята на багет. И рыба атаковала приманку. Вот. Что касаемо блесен, то это, наверное, все-таки блесна Little Cleo, да, опять-таки повторюсь. Вот тоже была потяжка, сейчас почему-то не совсем активный. Сейчас надо его как-то раздразнить, чтобы он ударил. Жаль, что ты не вытащил сейчас. Очень жалко, да. Да, поклевка была, интересно так. Остановил приманку. Где твой яр? Эта удочка готовая? Можно немножко приподнимать, значит, чтобы... Его тоже заставляют двигаться. Но основная работа все-таки происходит на расстоянии 30-40-50 сантиметров от дна. Как правило, уже опять-таки из опыта замечено, что это его рабочая высота, на которой он активно кормится. Понятно, что не все ловят, скажем, на такие блесна, как шведский прыщ и так далее, там, да, вот такие именитые блесна, да, уже, скажем, брендовые. Существует масса самодельных блесен, типа пилькеров, кто из чего их делает, но для нашего водоема все-таки больше подходит сталь с наклеенной фосфорной полоской или лаком фосфорным и так далее. Он уже как бы видел. Так, да. А если в новой лунке пустил один кусочек, кто-то его уже раззадорился на один как кусочек. А бывает и так, бывает. А на Чебоксарском водохранилище рыбачил? Да. А там есть какие-то, ну какая-то большая разница, нет? В плане размера приманок, цветов? Вообще другой принцип рыбалки. На Чебоксарском водохранилище рыба больше предпочитает крутые свалы. Если касаемо судака, да. Ну, в русле тоже есть, но опять-таки все-таки жмется к свалам. Течение там, на мой взгляд, сильнее, во всяком случае, в тот момент, когда я там ловил. Вот. А щука предпочитает в основном коряги. Коряжника там гораздо больше, чем у нас. На нашем водоеме, соответственно, рыба там все-таки есть где спрятаться, и держится она больше в корягах. Касаемо самого удильника, то тут не обязательно иметь какой-то стереотип, подсматривать у кого какой, лишь бы удочка была удобна и легкая. Еще раз повторюсь, первый критерий выбора именно удочки – это легкость. Для того, чтобы чувствовать, как планирует блесна, или багет, или ратлин, это немаловажно.
А по жесткости что скажешь? Ну, по судаку желательно все-таки жесткие, да. Сейчас вот Дмитрий Шабалин, да, сделал удочки Тим Дубна серии HH. Они вот наиболее подходят, наверное, к нашему водоему. Опять-таки, это на мой взгляд, может, кто-то помягче любит. Вот. Как вы понимаете, здесь вообще ни о какой амортизации речи быть не может. Здесь нет особо ни кивка. Так у меня стоит тут в виде эрзаца для того, чтобы вместо кольца, чтобы держать только леску. И нет такого, скажем, что я там ловлю на ниппель. Я в любом случае ловлю непосредственно на удар, так сказать, да? Mm-hmm. Вот. Я люблю собирать активную рыбу, либо ее раздраконивать до такой степени, чтобы она прям именно атаковала. Вот. А не так, чтобы там по кивку смотреть или что-то. Это, ну, не мой стиль, скажем так. Может, кто-то любит, может, у кого-то это более уловисто получается. Но для меня это, ну, не мой стиль, скажу так. Не скажу, это плохо или хорошо. Кому как нравится.